перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Салютье. Всем привет. Всем привет, кто на связи. Вечер добрый, дорогие друзья. Я приветствую всех, кто подключился к нашему вечернему эфиру. Всем привет. Алло, алло. Хочу поблагодарить всех людей, кто уже посмотрел клип на трек «Мои разбитые мечты». Также хочу поблагодарить всех людей, которые принимали участие в съемках замечательного клипа. Замечательную Софию, красавицу. Актеров, которые снимались. Дашу Чарушу, Лешку Плянова, режиссеров того клипа. Ивана Урганта за замечательную роль. Всем-всем-всем, кто был, кто снимался. И Богдара Тихомира тоже благодарю. Ивану Громову привет большой летит. Конечно, привет, Фейл Крю на связи. Всем привет. Так что вот так. Все прошло хорошо. Клип, кто еще не посмотрел, посмотрите, пожалуйста. Мне кажется, так легко по-весеннему. Хочется уже весны уже. Время подходит к тому моменту, когда нужна, сука, весна просто. Она должна уже случиться просто и все. Так. И вы знаете, что мы не просто так выходим в эфир, а мы выходим в эфир для того, чтобы Владислав. У тебя сожгут машину за то, что гадости такие пишешь. Если у тебя ее нет, ты ее купишь обязательно, или ее сожгут. Так, ребят, мы сейчас свяжемся с кем-то из зрителей нашей программы. И в эфире рубрика «Говори, говори, ну почему же ты молчишь?» Я надеюсь, Кейв Стонер на связи. Было бы неплохо сейчас его. Днепр, привет. Кейв Стонер на связи, ты нет? Ребят, кто видит, где там Кейв Стонер, передайте ему, что мы его ищем просто. Где он? Где он этот? Удивительный и вместе с тем веселый человек. Хорошо, мы сейчас вот случайным... ищем случайно. Человека, который окажется на связи, мы будем разговаривать. Все. Нету, да? Так, ребят, есть кто-то рядом, кто с Кейв Стонером там? Дайте ему знать, что мы его ищем просто. Так, прямой эфир. Вот, Александр. Правильно? Да? Меньше аж не могу прочитать. Баста, здорово. Приветствую. Как тебя? Приветствую. Как тебя? Меня зовут Саша. Извини, Саша. Я приболел немного. Да ничего страшного. Поздравляю. С какого ты города? Саша? Ижевск. Добряков, блядь. Ижевск. Да. Что происходит? Что происходит? Саша. Я не в Ижевске сейчас, я сейчас в Москве. Не, я в твоей жизни. Что происходит в твоей жизни? В моей жизни сейчас происходит работа и борьба за слабых. Я все время хотел от тебя достучаться и никак не мог. И вот сейчас вот я не знаю, сама судьба, наверное, это сделала. Да. Я вообще волонтер.
Где? Помогаю бездомным животным. Чем ты занимаешься? Помогаю бездомным животным и детям, также бездомным людям. Круто. Круто. Как называется организация? Или ты сам просто занимаешься? Называется волонтерство от души, и все, как бы, нет организации. Ну, ты один или группа людей? Ну, есть ребята, волонтеры, в основном у нас девочки, волонтеры, женщины, которые помогают бездомным животным. Ну, скажи, пожалуйста, где люди захотят соединиться? Есть моя страница, вот. На ней я выкладываю все новости по поводу животных. Как называется? Просто видишь, как называется? Мэн Саша. Мэн Саша. Ну это будет в Инстаграме. Да. Супер. Ну все тогда. Просто видишь, какая ситуация. Очень много жестокости со стороны людей по отношению к животным у нас в России. Сейчас ты знаешь, что 2018... Везде, во всем мире. Саш, во всем мире. Смотри, какая ситуация. Сейчас идет чемпионат мира, подготовка у нас, да? Ага. Государство выделило 100 миллионов рублей на именно на безнадзорных животных. Ага. По правилам, организации, которые выигрывают тендер, они должны поймать животное, стерилизовать, вылечить. И если оно не несет угрозы обществу, одеть на ухо бирку и выпустить. Но по факту происходит следующее. Они покупают самый дешевый яд, стреляют в собаку. Собака все понимает, она все видит, но она не может дышать. И умирает в муках. Мы пытались как-то этот вопрос поднять. Голодали около стен Госдумы. И вроде как бы мост сдвинулся, но ненадолго. Все было показушно. Какая организация конкретно? Нет определенной организации, просто все как бы без... Ты уверен, что все организации, которые принимают участие в этом, так страшно решают? Да, Вась, так страшно, потому что это все вопрос денег, понимаешь? Я понимаю. А ты можешь директ написать? Да, я постоянно тебе пишу, Вась, директ, но, блин, это, по этому вопросу тоже тебе писал. Я понимаю тебя, как у вас много людей, видишь. Как еще раз называется страница? Мэн Саша Шум. Шум. Сейчас, подожди, я запишу. Мэн. Ну как бы это, не подумайте то, что я там люблю собак, там животных и других животных ем. Нет, я имею в виду, я всех животных люблю. Я не ем, не эксплуатирую животных, ну как бы не ношу животных. Вот за эту тему. Мэн Саша. Шум. С-Ш-У-М. Есть. Я постоянно ходил на твои концерты, ты в Ижевск приезжал. Я помню, ты приезжал 4 раза. Ну а что, у тебя животное есть? Ну да, я недавно нашел пса, короче. На Алтуфьевском шоссе бегал, просто его кто-то выкинул, походу, и он просто бегал, метался по дороге, его чуть не сбили. Как зовут? И как бы сейчас со мной живет. Граф. Порода. Ну, смесь с немецкой овчаркой. Дворяха, да? Угу. Ты что, алкоголь за рулем? Кофе. Смотри, кстати, какая крышка. Ладно. Крышка какая прикольная. Где? Да, супер. Ладно, я тебя обнимаю. Я тебя найду там на твоей странице. Я тебе отпишу, Вась. Спасибо тебе большое. Мы, кстати, с тобой виделись в 2009 году у тебя в интернет-магазине на Киевской, по-моему, где он у тебя там стоял раньше. Кто стоял? Интернет-магазин у Газголдера. У вас же есть интернет-магазин? Ну, просто магазин. Да, ну вот, да, интернет-магазин есть, раньше был. Да, я туда заезжал за кепкой и встретил тебя как раз тоже. Мы с тобой разговаривали. Ну, ты видишь, как. Мы уже с тобой давно знакомы. Мы с тобой давно знакомы. Что-то случайно встретили.
Да, да, я бы тоже желал желанием с тобой встретиться, пообщаться. Все тогда, давай на связь. Все тогда, давай на связь. Давай, Вася, все, на связь. Здравствуй. На связь, спасибо, удачи. Спасибо. Такие вот дела. У нас бывают и шуточные эфиры, и такая вот информация. Так что находите этого человека и общайтесь, если вы считаете, что можете что-то полезное сделать для тех, кому нужна ваша помощь. Не стесняйтесь. Так, мы продолжаем. Случайная связь. Ищем. А приехали, да, уже? Все тогда. Идти надо. Все, я сори, я приехал к месту, дорогие друзья. Мы вот с Саней так поболтали. Я крепко вас обнимаю. На связи, Вася Вакуленко. Будьте добры. Обнимаю.